Мир вам, братья и сестры. Мы уже живем вторую неделю, да, этого Нового года. Еще, наверное, не отошли от праздников, как должно, но празднуем. И хорошо было бы, если бы мы весь этот год праздновали. Праздновали на этом пути, потому что жизнь наша – это праздник. Потому что праздник. Почему? Потому что мы поверили Господу, мы стали Его детьми. Мы стали гражданами неба. Мы когда-то очень праздновали гражданство американское, получили и радовались этому. А мы получили гражданство небесное. Поэтому стоит, братья и сестры, радоваться. Но, в принципе, наша жизнь – это дорога. Мы вот прошли какой-то путь, но хорошо, что наша дорога идет вверх. Конечно, тяжело, потому что вверх. Если бы вниз, наверное, бы скатились быстро, а так надо напрягаться. Люблю дорогу, стук колесный, шуршание шин, движение ветра. В пути на трудные вопросы легко находятся ответы. За окнами мелькают лица, дома, разъезды, повороты. Проходят пестрой верницей чужие судьбы и заботы. И на мгновение я свидетель улыбок, слез, свидания, шуток. Со мною рядом чьи-то дети. Но эти краткие минуты пройдут, окончится стоянка. Забудутся чужие лица и замелькают полустанки, деревья, пашни и станицы. И ощущается и в однообразии движения я ощущаю очень ясно дорога жизни отражения во всех подробностях и красках. Передо мной мелькают лица моих попутчиков немногих. С иным легко разговориться, забыл на миг про цель дороги. А что-то привлекает взоры, и где-то хочется остаться. На поезд жизни очень скорый, и на пути так мало станций. А сколько правил и запретов я на дороге этой вижу, но все же с каждым километром я ближе к цели, ближе, ближе. О вы, уставшие от тряски и потерявшие направление, неужто вам еще не ясно, что неизбежно продолжение, что от последнего перона начнется новое движение, придет конец пути земного, венец или стыд, или посрамление. Представь себе судьбу такую, невосполнимую потерю. Переступив черту земную, увидишь то, во что не верил. Сверяя путь по ложным вехам, не думая пристать пред Богом, так в чем теперь твоя помеха переосмыслить всю дорогу? Хотя б на миг сомнение время остав и вдумайся серьезно, пока еще осталось время, пока еще не слишком поздно. Пока еще не слишком поздно, поэтому вдумайся серьезно. Аминь.